привет! С вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю шоколадный ганаш. Шоколадный ганаш для прослойки коржей для торта. Приготовить его совсем просто. Понадобится всего два ингредиента. Это сливки и темный шоколад. Шоколад обязательно берите хорошего качества. Желательно 62% какао. И сливки минимум 30% жирности. Все берется в равных пропорциях. Я буду делать на небольшой тортик. У меня 300 грамм шоколада и 300 миллилитров жирных сливок. Темный шоколад поломаю на кусочки. И мелко порублю ножиком. Порубленный шоколад отправляем в отдельную емкость. 300 миллилитров жирных сливок. Сливки обязательно должны быть минимум 30% жирности. Отправляем на маленький огонь. И доводим до закипания, но не кипятим, до первых булек. Нам нужно, чтобы сливки стали очень-очень горячими. Сливки начали закипать и сразу отключаем. И выливаем сливки в порубленный шоколад. Плотно накрываем крышкой и оставляем на 2 минуты. 2 минуты прошло, открываем крышку. Шоколад уже практически растопился, не до самого конца, но процесс уже пошел. И теперь нам нужно все хорошо перемешать до полной однородности. Силиконовой лопаткой начинаем интенсивно перемешивать все в центре. Постепенно вы будете видеть в процессе перемешивания, как масса становится однородной. Рецепт простой, но очень нужный. Такой шоколадный крем обычно всем нравится и прекрасно подходит для прослойки разных тортиков. Ганаш мы перемешали, масса стала полностью однородной. Очень важно это делать либо силиконовой лопаткой, либо деревянной лопаткой, не миксером. Миксером мы будем его взбивать позже. Шоколадный ганаш накрываем пленкой в контакт. И даем ему полностью остыть. Шоколадный ганаш у меня полностью остыл. Убираю пищевую пленку. Желательно его для остывания даже поставить в холодильник. Тем более, если вы готовите, например, летом и в квартире жарко. Я его немного перемешала. И теперь я его взбиваю миксером в течение 4-5 минут до загустения. Шоколадный ганаш полностью готов. А как я использую этот крем, вы можете посмотреть на моих видео. Ссылочки я вам оставлю в описании. Получается он очень вкусный, готовится очень просто и быстро, всего из двух ингредиентов. Обязательно возьмите на заметку себе этот рецепт. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю приятного аппетита, прекрасных вам тортиков и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.